начинает путаница. Остановились, поворачивающий направо. Ой, блядь! Зеленый тон должен быть красный, конечно. Да, они думают, что и если не зеленый, то ему красный. Зеленый. И вот здесь такая ситуация, блядь, скандаль. Даже на красный свет не всегда, тут получается 15 минут. Я с пробками, блядь. С красным светом.
У них этот подъездной путь. Твою дивизию, бля. Ебать. Ну там больше никто не летит. Твою налево. Нихуя себе, вот это мы на камеру. С собой поделать не способен, не знал я что, ведь я такой не приспособлен, да уж таким как ты. Сейчас купим пустую лицо, потому что бинта это нормально. Все интервью Михаила Миллера. Слушайте. Руснул.